Доброе утро! У нас остались шарики. Да, детка. Все еще стоят. Настюха пожирает, она занимается пожиранием. Только что с ней договорились, то, что она не будет есть сладкое, по крайней мере. Я даже, по крайней мере, по утрам. По крайней мере, точнее, по вечерам. А по утрам, возможно, она будет немножко поедать сладкое. Следите за ней, потому что в последнее время она жрет сладкое всегда. А почему с тобой не следить? Я иду на кухню, захожу, смотрю, шоколадка лежала в холодильнике, шоколадка лежит на столе. Я подхожу к Насте, ты что, шоколад ела? Все, вот это вот лицо. Ладно, давайте, всем доброе утро, начинаем новый день. Сотый раз мы... Я, точнее, пробую диск. Давай, Настя, вставляй. Я надеюсь, в этот раз все заработает, и мы сможем слушать музыку нашинскую. Ура! О, все, друзья, у нас есть музыка. Наша. Вот это прикольно, кстати. Давай сразу же какой-нибудь четкий трек включаем, потанцуем. Давай. Сука! Завали! Едем смотреть, выбирать кольца. Настя спрашивает, какие я хочу, я откуда знаю. Просто хочу кольца. Так, это вариант для меня. Он не сильно блестит по сравнению с тем, что есть другие. В общем, ребят, сходили мы в первый магазин. Магазин был очень дорогой, но качественный якобы. Вот, и мы поняли, что мне не нужно обычное кольцо. Мне нужно, как то, что вы видели на видео, какое-то такое не блестящее, матовое, да, белое золото. Оно будет стоить в этом магазине порядка 14 тысяч рублей. А у меня все очень просто. У меня самое обычное кольцо я хочу. Как шайба. Ну, не толстая. И оно, кстати, почему-то стоит, ну, намного дешевле. Оно стоит где-то 6 тысяч, что ли. Или даже меньше. Ну, там у них разные вообще цены. Есть и за 11, есть и за 6. Есть и за 50. Вот, сейчас мы пойдем в самый дешевый магазин. Залез жирный. Ну все, друзья, мы купили виноградик, эти апельсинки, потому что Настя вчера сказала, что пора нам заниматься. Кстати, виноград очень калорийный. Хватит жрать всякое говно, будем вместо сладостей заменять их стараться фруктами. Да, а по поводу колец. Сходили в дешевские магазины. Там нету вообще... Там вообще выбора нету даже. Там ни выбора, ни размеров нету. Потому что, видимо, они как бы... Намек на то, что если ты свадьбу делаешь, то ты идешь в хороший магазин, покупаешь там кольца. Да. А что это мы тут делаем? Я тебя увидела, смотрю. Ты тут на девочку похож. Ты ей знаешь, что? Там пиписюль есть. Тут попка. Что ты попку закрываешь? Тебе сразу видно было, что у тебя даже здесь большие какие-то губы. Да? Да. Это мои детские фотографии. Я думаю, у всех они где-то есть. Это моя бабушка, сестры мои, с которыми мы ни хрена не общаемся. Кстати, сестры.
Если хоть одна из вас случайным образом сейчас смотрит это видео, напишите мне. Я же с вами хочу общаться. Жаль то, что вы взрослые все. Что? Типа у меня она хотела девочку. Мама хотела девочку, да. Мама хотела девочку. Что я сделаю? Это жестко. Да. Да. Это жестко. Режу уже порезанный лук еще раз. Это Настя меня сюда позвала, чтобы мне тоже досталось. Да. Чтобы не одна она плакала от лука. Просто решила кому-нибудь что-нибудь сделать плохое, чтобы кто-нибудь тоже почувствовал себя плохо. Это как у нас, многие так делают. Им плохо, они стараются, чтобы всем было плохо. Им хорошо, им хорошо. Да все, блин, Паш, на пол. Не знаю, мне не работает. Давайте ты себе попробуешь. Не-не. Ну попробуй. Надо вдохнуть. Иди, вот иди вот так вот. Так вот сделай, давай. Что? Что? Я в нос. Я вдохнул какую-то дольку. Короче. Ничего. Давай ты. Давай, давай. 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 Вот так вот прям сделай. Давай. Только ты пьяный стал. Ничего. Давай. Так есть маленький волос. Потому что мужчины не плачут. Поняла? Да, тут вообще ядерно-ядерно. Ну-ка, скажи. Пошло. Это с носа не то. Все хорошо. Ау, блин, я ударился. Не надо, Бог не видит. Бог не видит, только его обидит. Фирменная фраза запоминается у Насти. Когда я ее вижу, а потом случайно что-то происходит со мной, Бог-то обидит, кто кого обидит, да? Да, уйди отсюда. Можете наблюдать за ним. Надо скрытую камеру сюда поставить. Ничего, я еще отомщу ему. Я не тебя подарок, Настя, хочу, ты испугалась. Написала, такая, бежит на меня. Увидела шарик, что-то испугалась. Так и было. Видишь подарок у меня для тебя? Что-то там есть. Что ты? Так, блин, обычно. Выкинь это. Пошли к себе в комнату. Комплексе. Что мы сейчас будем делать с тобой, Настя? А? Ты говоришь, поедем в гости? Да, мы сейчас поедем до мамы. Там нужно починить кое-что. Забрать картошку. Картошку настоящую, нормальную. Русскую картошку. Говорит, буду ли я кровь? Но я же ее люблю. Че, нельзя ведь чужую кровь, получается, смешивать со своей? Я говорю, что? Конечно, размешала. Настя, я где-то читала, серьезно тебе говорю. Все умер. Тяжело, что ли? Кошка моя, я по тебе скучаю. Ах ты, блин, ах ты, посрака, блядь. А? Ты двигатель завела? Да. Сама? Да. Никого не звала? Дядечек не просил, чтобы включили? Нет. Сама завела? Да. А коробку передач не трогала? Нет. А представь, если бы скорость была включена, знаешь, что бы произошло, Настя? Мы поехали. Да. Мы поехали. Что, ничего страшного? Сейчас я страшно? Смотрела, что ничего нет. А не врешь ли ты мне случаем? Нет. То, что ты там что-то якобы смотрела? Нет. Ну, припев знаю.
любовь не склеит никогда. Итак, друзья, вот уже заканчивается еще один день Everyday Vlog'а. Хотелось бы сказать, что нам удалось договориться с одним самым крутым на данный момент батутным парком Перми, который недавно открылся. Быстро покажу вам фотографию. Ну, я думаю, понятно. В общем, совсем скоро мы будем туда ходить и показывать вам это обязательно. Наська уже отдыхает. Сейчас посмотрим фильм. Наська, давай прощаться. Давайте, всем пока-пока, всем до завтра и удачного дня, удачного вечера, удачной ночи, приятного аппетита, пока. Никогда мы не будем рядом. А все почему? Разбитую любовь не склеишь никогда.